Все, на кладбище, поехали. Здравствуйте, я вот у вас на кладбище местечко присмотрел. Вот где стою, вот это местечко, вон там, то есть. Можно мне его? Сколько стоит? Скажите. Ой. Так сходу и не скажешь, может. Ой. То есть вы хотите сказать, что если я прямо сейчас умру, то вы не знаете, сколько денег мне за это платить? Визуализировал, чтобы вы больше... Вот, допустим, умер я, и что? Куда положите меня? За сколько денег? Туда, понятно. Извините, у нас сейчас пока просто фотосессия здесь. Мы... А, хорошо. Но я тогда... Вы пока не умирайте, мы сейчас отснимем все... Просто такая акция, да? Я вот приветствую фотографа. С вами все хорошо? Да, я копаюсь в себе немного. Слушайте, ну я вот за то место, на самом деле, вы говорите, не... я понял, вы просто цену набиваете, я готов любые деньги заплатить. Слушайте. Я сейчас достану кошелек, я вам покажу, точнее нет, у меня чемодан с деньгами. Ого, вот вы как, оказывается. Ты его скрутил, ему больно. Вот чемодан с деньгами. Может, поженимся? Ты хочешь вдовой быть? Ты... Вот такое у нас будет место общее на кладбище. Вот. Так быстро жизнь пронеслась перед глазами. Я подумал, ладно, знаете, сейчас я вам покажу. Вам надо вот столько денег? Господи, может, я вас лучше просто поглажу, и мы так договоримся? Не переживайте так сильно. Сейчас... Ну, в ответ не обязательно гладить. Я хотел в ладушки сыграть, но ладно. Ладно, сейчас я вам покажу мое любимое место. Вот, если не упаду сейчас. Ты, может, вы встанете, да, наконец-то? Да, давайте, смотрите, сколько вы хотите квадратных метров? У вас насколько... Давайте... Ну, место такое, если я сразу скажу, но не очень. Давайте померим мое тело, измерим рулетку. У вас есть рулетка с собой? Да, конечно. Вот задница моя. С рулетка достаю, вот. Давайте, я вытягиваю руки. Вот я так буду лежать. В идеале вообще висеть на кресте. Все, стоп, не, хорош, все, есть!